Hare Hare.
Oh.
Дивим Сарасвати Мьясанта, Доджаям Мирае, Наша Праеша Патришу, Нитя Бхагавата Севая, Бхагавати Утама Шурхе, Бхагавати Бхагавати Наштиги. Перед чтением Симона Бхагаватам, который является единственным путем к победе, стоит выразить почтение личности Бога Нараяна, Нараяна Вишу, и матери Сарасвати, богини знания Шри Ясны. Благодаря регулярному чтению, слушанию, посещению лекций по Шримад Бхагаватам, служению чистым и преданным, все то, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, тогда трансцендентное любовное служение верховной личности Бога прославляемой трансцендентной личности становится. Гарантарат Шримад Бхагаватам. Итак, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня первая, как она называется? Сегодня второй год, да? Первый текст. Ну, мы прочитаем первый и второй текст, потому что там одна строчка комментариев. Первый вчера читали. Читали? Можно второй. Второй, да? Второй текст. Я сам прочитаю санскрит, потом вместе повторим. Сута увачам. Сутавача ям правраджанти ануте анупетам апета криптям твоя паяна вираха катара аджухавам утрети там моя сая таравабхи дедус там сарвабхута хридаям муним анантасми. Пословный перевод. Сута. Сута. Сута Госвами. Сута Госвами. Вача. Вача. Сказал. Сказал. Я. Я. Тому кто. Тому кто. Правраджантам. Правраджантам. Уходя, чтобы отречься от мира. Уходя, чтобы отречься от мира. Анупетам. Анупетам. Не пройдя очищение священным шнуром. Не пройдя очищение священным шнуром. Апета. Апета. Без проведения обряда. Без проведения обряда. Критьям. Критьям. Предписанных обязанностей. Предписанных обязанностей. Двайпаянах. Двайпаянах. Ясадева. Ясадева. Вираха. Вираха. Разлуки. Разлуки. Катарах. Катарах. Страшась. Страшась. Аджухава. Аджухава. Воскликнуть. Воскликнул. Утра идти. Утра идти. О сын мой. О сын мой. Тат моя тая. Тат моя тая. Поглощенный тем же. Поглощенный тем же. Тарава. Тарава. Все деревья. Все деревья. Абхинный дух. Абхинный дух. Откликнулись. Откликнулись. Там. Там. Ему. Ему. Сарва. Сарва. Всех. Всех. Хута. Куда? Живых существ. Живых существ. Кридаям. Кридаям. Сердце. Сердце. Муним. Муним. Мудрецом. Мудрецом. Анатах Асман. Анатах Асман. Почтительно склоняюсь. Почтительно склоняюсь. 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 Литературный перевод и комментарий Божественного Сарвачана. Шисута Госвами сказал, я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом, Шукадева Госвами, способным проникнуть в сердце каждого, когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, сомневаясь. Его отец Ясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул, о сын мой, но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуку, эхом откликнулись на возглас убитого горя отца. Комментарий еще вопрос. Система Варна Ашрама предписывает ее последовательное исполнение многих обязанностей, упорядочивающих жизнь. В соответствии с этими обязанностями, человек, желающий изучать веды, должен обратиться к истинному духовному учителю с просьбой принять его ученики. Священный шнур – отличительный знак тех, кто способен изучать веды под руководством ачарьи, истинного духовного учителя. Шри Шукадева Госвами не проходил подобных очистительных обрядов, поскольку с самого рождения был освобожденный душой. Человек, как правило, рождается обыкновенным существом,
А благодаря очистительным церемониям он получает второе рождение. Увидев все в новом свете, он в поисках духовного руководства обращается к духовному учителю, чтобы тот помог ему понять веру. Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный слово. Так человек становится дваждорожденным или виджи. Обретя качество виджи, человек может изучать веды, а когда человек становится сведущим ведов, его называют випра. Так випра или опытный брахман постигает абсолют и совершенствуется в духовной жизни, пока не достигнет уровня вайшнава. Уровня вайшнава человек достигает тогда, когда заканчивает свое обучение как брахман. Совершенствуясь, брахман обязательно должен стать вайшнавом, ибо вайшнав – это ученый брахман, достигший уровня самосознания. Шрила Шукадева Госвами с самого начала был вайшнавом, поэтому ему не нужно было проходить через все ступени системы варнашрама. В конечном счете цель варнашрама дхармы в том, чтобы неотесанного человека превратить в чистого преданного Господа, вайшнава. Поэтому тот, кто стал вайшнавом и кого признал Уттама Адхикари, то есть вайшнав первого класса, уже считается брахманом, независимо от своего происхождения и прошлых поступков. Шри Чайтанья Махапрабху следовал этому принципу, признав Харидасу, Шрилу Харидаса Такура, Ачарьи Святого Имени, хотя Тхакур Харидас родился в мусульманской семье. Итак, Шрила Шукадева Госвами родился вайшнавом и поэтому уже обладал качеством брахмана. Ему не нужно было проходить никаких обрядов. Милостью вайшнав, любой низкорожденный человек, будь то Кирата, Куна, Анха, Пулинда, Пулкаша, Абхира, Шумха, Явана, Хас или человек еще более низкого происхождения, может достичь высочайшего трансцендентного уровня. Шрила Шукадева Госвами, духовный учитель Шрилы Сукты Госвами. Поэтому, прежде чем приступить к ответам на вопросы мудрецов Манишарани, Шрила Сукта Госвами выражает ему свое глубокое почтение. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевасвами, способным проникнуть в сердце каждого, когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира, саньясу. Его отец Висадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на вопрос убитого горя отца. Харе Кришна. Харе Кришна. Это полтора года не было. Все меняется. Быстро. Быстро.
Так, ну самое главное, что не меняется Бхагавад. Это самое главное. Потому что Бхагавад это сам Кришна. Если мы будем каждый день читать Бхагавад, то достигнем совершенства. Так сам Бхагавад он тоже. Шримад Бхагавад Гита, Шримад Бхагавад, читаем читаем. Прабхупада оставил нам много трансцендентных произведений, способных вытащить нас из этого омута материального мира. Вот мы и приступили ко второй главе первой песни. Божественность и божественность. Это необычная глава. Она на самом деле задает тон всему Бхагавату. Если первая глава «Вопросы мудрецов» — это более-менее вступление просто в Бхагавату, то вторая глава — это философская основа не только Бхагавату, а всей нашей жизни. То есть подняв философию, изложенную во второй главе, человек с легкостью понимает все разделы Бхагавату. А во второй песне там написано, что 10 разделов. Это первый текст, 10-й главы второй песни. И все разделы можно понять, если он усвоит вот эту философию. Здесь она будет излагаться очень подробно. Конечно, она не будет излагаться прямо так, разбирать, но Прабхупада в доступной для нас форме объяснит всю философию сознания Кришны в одной главе. Здесь все будет от самого начала до самого конца, до совершенства жизни. Все здесь описывает Прабхупада. И все дальше он будет продолжать просто разбирать принцип повествования ведический. Берется какое-то произведение, например, Шримад Бхагаватам, Рамаяна, Махабхарата, какие-то вообще повествования, изучение каких-то писаний, там, Ригведа, Яджурведа, Атхарваведа. И что делается? Берется, сначала дается представление полное об этом, кратком, сжатом виде. Полное представление об этом произведении. И потом начинается по чуть-чуть разбираться каждая отдельная составляющая этого произведения. И вот эта вторая глава, это как раз полное представление о Бхагавате. Полное представление. Если мы поймем ее, философию второй главы, вот этой Бхагавата, все, для нас Бхагаватам откроется, как цветок лотоса на рассвете. Солнышко восходит, оно раскрывается. И также Бхагаватам для нас будет раскрываться, если мы будем понимать философию Бхагавата. На самом деле, это не философия даже только Бхагавата, это философия жизни, всей нашей жизни, посвященной служению Верховной Личности Бога. Мы должны на самом деле ее применять в своей жизни. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Мы уже удачливые люди, мы приняли этот процесс преданного служения по милости Шрилы Прабхупады, предыдущих очередей Господа Чайтаньи. Нам повезло, и мы должны воспользоваться этой возможностью. Во-первых, для блага самих себя. Потому что Богу, в принципе, это не нужно. Это Он сам. Вот эта книга, она не отличная от Бога, не нисколько. Нет никакой разницы. Хотя это вроде как бы материальный предмет с одной точки зрения. Тут это картон, бумага, печать, да, картинки. Хорошие цветные картинки, красивые, да? Но это не материально. Так как вот эти все материалы используются в служении Кришне, это одухотворяется. А то, что записано в этой книге, это и есть сам Господь. Поэтому на санскрите это священное писание Гранха называется. Гранха. Есть во Вриндаване даже Гранха Самадхи, где захоронены священные писания. И Бхагавату можно и нужно поклоняться. Так же, как Панчатапи, так же, как поклоняемся
Ачарья, Тула, Сибири, поклоняемся, да? Винда, Деви. Шимад-Бхагаватам он не отличен от Бога. И в третьей главе Шрила Госвами скажет, что вообще это сам Бог. Господь Кришна оставил когда этот мир 5000 лет назад. Он ушел, забрал все, все окружение с собой, игру всю забрал, все забрал. Но оставил Шримад-Бхагават. Шримад-Бхагават, который представляет его на земле сейчас. Поэтому мы должны воспользоваться этой возможностью. Насколько мы можем, настолько мы сможем понять Бхагават. Конечно, нам не дано полностью осознать Бхагавату, потому что он безграничен. Сколько бы мы в него не погружались, это бездонная кладезь мудрости. Прабхупада говорил, что человек просто, который одну строчку хотя бы прочитает из Бхагавад-гиты или из любой другой книги, да? Шримад-Бхагаватам, читает Чайтанью, из источника истинного наслаждения, он может достичь невероятного освобождения получить. Йоги, мистики тысячи лет совершают аскезы, изучают священное писание, чтобы просто достичь освобождения. Хотя демоны, просто ненавидя Кришну, достигают того же самого. Иначе яркий пример Шишупала. Да? Тот оскорблял, всю жизнь оскорблял Кришну, поносил его. Но в конце концов вошел в сияние Господа. Это удивительно. Враги Господа получают тоже благо, что и мудрецы, которые пытаются осознать все вместе. Для нас в этот век, неспособных к каким-то аскезам, великим подвигам, изучению вед, так как у нас нет разума никакого. Вот здесь Прабхупада пишет, кто такой Вайшнав, разбирает очень подробно о том, кто такой Двиджа, кто такой Випра, кто такой Брахман. И верх всего это Вайшнав. Да? Наша задача с вами приобщиться к этому. И самим в конце концов стать Вайшнавом. В конце концов принять этот процесс преданного служения на самом деле, не просто внешне, а на самом деле пропитаться внутри, чтобы это стало частью нашей жизни. Ученые там определили, что если человек там 40 с лишним дней занимается каким-то делом, это становится его привычкой. Так можно поменять привычки, кстати. То есть если заниматься одним и тем же делом в течение долгого времени, то можно поменять свои привычки. А привычка потом становится частью характера. Так что вот поздравляю вас, вы можете приобщиться, поменять свои привычки, общаясь с Верховной Личностью Бога в форме Бхагавата, в форме святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Конечно, Бхагава Прасад это без сомнений всяких. Потому что это на 90% то, что нас продвигает в духовной жизни, пока на нашем уровне. Это пища освященная. То, что реально я чувствую. Если к святому имени Бхагава там не может и не чувствовать еще лечение такого, но к еде 100%. Поэтому Кришна проявляется для нас во всех доступных для нас формах. Практика сознания Кришны очень простая. Очень простая. Никакой сложности в ней нет. Господь Чайтанья сказал. Не надо никуда уходить, оставайтесь там, где вы есть. Просто примите, принесите в свою жизнь воспевание святого имени, повторение. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пойте, танцуйте, когда устали, поели, поспали. Снова пойте, танцуйте. Это вся наша практика, ничего сложного нет. Сложность у нас в уме. И вот чтобы вот эту сложность разбить ее на кусочки, существует философия. Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита.
Читание, читание. Все это одно. Одно полное, целое полное. Да. И вот здесь Сута Госвами, которого мудрецы на Имашаране в главе Шаунака и Риши, они пригласили быть его, их председателем этого собрания, представлять Бога, рассказать о Чиманбаба. Вот первую очередь, что он делает, он поблагодарил мудрецов на Имашаране за эти прекрасные вопросы, но он в первую очередь выразил свое почтение своему духовному. Он выражает почтение, чтобы получить милость своего духовного учителя. И здесь вот Прабхупада описывает это все. Вроде как бы сам текст и комментарии, они как бы не связаны напрямую там. Но на самом деле это продолжение все. Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом, когда вы с вами способны проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обряда, предназначенным для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять это лечение от мира смерти. Его отец, если страшась разлуки с ним, воскликнул: «Ну, сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на воздух убитого его отца. То есть, в принципе, тут описывается вот этот эпизод, когда Шукадева на самом деле появился на свет. А вот необычно лично. Он появился и сразу вырос до 16-летнего возраста. Но Исадева — это необычно лично, его сын тоже необычно лично. Понятно. Исадева — это инкарнация, литературная инкарнация Кришны. Это сам Кришна. Ну просто он пришел как сотворитель деда. Соответственно, его сын тоже необычный месяц. Поэтому он, когда появился, он сразу вырос. Из маленького ребенка он сразу превратился в 16-летнего юношу и сразу же ушел, ничего не сказал. Ну, тут вот такие переживания описаны. Он, отец, хотел ему блага, он хотел ему рассказать, чем он Бхагават, Махабхарату рассказал. Он составил великий вед, он хотел его знанием дать. А у нас уже самосознавшая душа, ничего не было, раз ушел. И Прабхупада пишет про систему Варнашрама, что она предназначена для того, чтобы из неотесанного человека сделать великого преданного Господа, Вайшнава. Постепенно, все постепенно. Мы же, когда приходим в сознание Кришны, мы думаем: вот еще немножко, и все, я вернусь духовно. Здесь говорится постепенно. Варнашрама Дхарма – это система, которая постепенно человека поднимает с низших уровней сознания до высших, проходя очистительные обряды. Мы знаем, что система Варнашрама Дхарма из Бхагавад-гиты, она состоит из четырех ашрамов и четырех укладов жизни. Да? Четыре ашрама — это брахмачари, грихастха, ванапрастха и саньяса. Четыре ашрама. А четыре уклада жизни — это значит чонки, шудры, четыре уклада жизни. То есть, согласно вот этой системе, человек, он рождается с определенными качествами. Все мы родились, мы получили вот это тело. Тело — это набор качеств. То, что мы заслужили в прошлой жизни. Руки, ноги, голова, все органы тела. Все мы получили в результате своей хорошей или плохой деятельности в прошлом. И от этого мы сейчас не избавимся никак. Не надо пытаться избавиться. Не получится. Это олицетворенные наши желания, и они будут проявляться в этой жизни. Хотим мы этого или не хотим. Понимаете? И это надо принять должно, как должно. То есть это тело, оно будет, пока не умрет, конечно. Но что мы можем сделать? Мы можем поменять.
менять свое сознание. И вот священные писания помогают нам поменять наше сознание. Если оно было правильным, то возвысить его. А если оно было неправильным, изменить и снова возвысить его. И вся система Варнашрама предназначена для того, чтобы человек из низшего сознания, сознания шуды, поднялся до высшего сознания, брахмана, вайшнава. Постепенно. Ну, там рассчитано на много. Например, 100 жизней шудры, потом лучшие шудры это вайши, 100 жизней вайши, потом кшатриям становится 100 жизней, потом брахмана 100 жизней. Если он идеально выполняет обязанности брахмана 100 жизней, то он может подняться на сатилу, на обитель Господа брахмана. И даже, может быть, даже занять пост брахмана. Но это не цель нашей жизни. Да не цель. Цель нашей жизни вернуться. Почему? Потому что мы в тюрьме находимся. И это тело, которое мы приобрели в результате своих действий прошлого, является для нас камерой одиночной. Одиночки мы себе. Единственное, что если мы соприкасаемся с этим знанием, то мы понимаем, что мы не одни. Никогда одни не находились. Господь в форме сверхдуши, Парамат, Он всегда с нами рядом. Как в Упанишат это описывается, как две птицы сидят на дереве. Одна плюет плоды этого дерева, горькие и сладкие, а другая просто наблюдает. Очень хороший пример, да? Две птицы сидят. Одна смотрит, а другая пытается там находиться. Вот когда эта птица разочаровывается в этих плодах, она обращается к этой птице. И тогда та ей дает наставление. Вот эти наставления есть Бхагавад-гита. Основа, фундамент нашей жизни. Фундамент заключается в чем? Первое, что Кришна говорит Арджуне. Перестань скорбить, он говорит. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты. И никогда не будет. Чтобы эти цари, они прекратили свое существование. Они их убьют сейчас, и они снова родятся, не переживай. И тело нельзя ни убить никаким оружием, ни смочить, ни сушить ветром, ни спалить огнем. Ничего с ней, с душой нельзя не делать. Вообще ничего. Это фундамент, на котором жиждется вся философия. Философия. Фундамент. Вот мы стоим на ногах. Так вот, ноги нашей философии – это то, что мы душа. Но этого еще не достаточно. Надо еще научиться действовать как душа. И вот это самый секрет заключается в чем. Как научиться действовать как душа? Мы вообще не знаем. Мы даже не понимаем, нам сказали, мы душа, ну все, мы душа, все, и через 5 минут мы забыли, все, идем делаем все, что делали раньше. Ну как нам помнить? Кришна говорит, не беспокойся, все хорошо. Все нормально, 12 главе Бхагавад-гиты, он говорит, сначала говорит, если ты уже вкус чувствуешь, ты можешь просто всегда помнить. Если не чувствуешь вкус ко мне, влечения ко мне, то тогда следуй регулирующим принципам, так ты обретешь желание служить мне. Если не можешь это, работай для меня, говорит. Работай. Если не можешь даже это, тогда что? Посвяти себя отречению и изучению священных писаний. Благотворительность этим. И мы начинаем не оттуда, а с конца. Нас как раз надо обучать с самого начала. То есть, то, что Кришна сначала сказал, это для нас является целью. Увидеть уже вкус, лечение, это цель наша. А мы начинаем с самого конца. Хотя Кришна говорит в обратном порядке. Он с самого высшего начинает, потом выше. Мы должны понять, что внутри, где мы не там еще, не наверху. Если мы живем наверху, то мы глубоко заблуждаемся. Хотя поначалу именно кажется так, потому что
Вначале Кришна в этот век, так как у людей нет никаких качеств, чтобы привлечь нас, он дает вкус. Причем вкус такой, который затмевает все, все привязанности этого материального мира. Все сразу же просто рушится, все на глазах, и мы начинаем реально понимать, что то, чем мы занимались, это просто ерунда, какая-то полная ерунда. Это иллюзия полностью. Мы понимаем, да, ну, по глупости мы начинаем телевизор выбрасывать там, из холодильника мяса, и родители нам говорят, ты что делаешь, сынок? Отрываешь наши привязанности. Вот вы, так если еды, не меняемся. Наша первая реакция. Потому что мы получили вкус. Мы вдруг поняли, что мы не это тело, и все, мы должны действовать, но мы не знаем, как действовать. И тут мы много ошибок совершили. Поэтому нам нужен представитель Бога, который бы нас обучил, наставил, направил. На первом этапе как раз нам и нужен непосредственный представитель, который, на примере которого бы мы могли обучиться этой науке жить как душа. Наука, это не религия даже. Религия это, знаете, это что-то, вот обряды какие-то, все, прийти в церковь, там покреститься, там поклониться, свечку поставить, здесь то прочитать, там то, все. Пришел, забыл снова, налил стакан, выпил, закусил и пошел дальше все делать. Нет, это наука. А наука подразумевает то, что ты это делаешь каждый день. Каждый день, изо дня в день, изо дня в день. Вы же помните себя в школе. Мама с папой вас заставляли учиться. Меня тоже заставляли. Я вообще не хотел учиться. Вообще, меня заставляли учиться. И в школе заставляли, и дома заставляли писать. Каждый день корабль идти. А, вы помните, еще в советские времена там тетрадки такие, там написано, как бы прописные буквы. А я еще писал в школу, когда пошел, мы еще перья писали. Хотя были уже ручки, но мы перья не писали. Чернильница стояла. Представляете, чернильница стояла. Это 76-й год. Чернильница стояла. И мы выводили кляксу. Бог. Все такая на всю тетрадку клякса. Все. А сейчас люди этого уже не понимают. Сейчас правописание даже не преподают. Представляете? То есть раньше надо было вывести. Чисто писать. Да, чисто писать. Да, чисто писать. Чисто писать. Потому что они клякса ты не мог ставить. Да. И вот нам также надо духовной жизни начинать с этого азов. И вот эти азы, они как раз в Бхагавад-гите даются. Азы. Что нам делать? И вот этот сегодняшний стих, почему я об этом говорю, он как раз нам пример показывает это. Это великая личность Шри Сута Госвами. Он сын Рамахаршамы, которого благословил сам Баларама. Нет, Рамахаршама Суту он убил. Он дальше подписывается в первой же песне. Все благословения от отца перешли к сыну. И вот он, по милости Баларама, он стал рассказчиком Пура. Сейчас эти мудрецы не знают же, кто это такой Суту Госвами. Поэтому они его и попросили, потому что он благословение от Бога имеет. И он что делает? Он выражает почтение своему духовному учителю. Хотя Шукадева Госвами не являлся его дикшагуру. Он был его шикшагуру. То есть он принял его как шикшагуру, когда он услышал Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами рассказывал этот Бхагаватам на фразу Кришна. И он передает это послание. Это шикшаг парампара. Наставление. Потому что наставление, они не отличны от самого Бога. Дикша это хорошо, конечно, что мы получаем дикшу, это непосредственно один начальник, другой, но иногда это прерывается, как в Бхагавад-гите Кришна объяснил, да, в 4 главе он сказал, что я сначала эту науку кому передал? Богу Солнце и Волоса. А тот, кому передал? Своему сыну, маму. А сын передал свою мужу Икшвару. И так она передавалась. Пока не прервалась. И вот сейчас Кришна говорит, я тебе возвещаю эту науку, чтобы восстановить эту ученическую преемственность. Но не
Дикша Парампа, а Шикша Парампа его не останавливает. То есть, читая Бхагавад-гиту, мы принимаем эти наставления, и мы присоединяемся к этой Парампе, если мы следуем наставлениям Бхагавад-гиты. Если мы получаем дикшу еще от авторитетного, тогда все, наша полностью связь с Богом. У нас связь полная становится. Поэтому здесь и говорится Прабхупада в комментарии, что очень важно принять духовного учителя. Для чего? Вот я объясню для чего. Для того, чтобы он нас научил, как действовать так, что ты не это тело, а ты слуга Кришны. Не просто душа, а слуга Кришны. Потому что Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите, он не говорил про душу, он говорил про слугу. И для нас сейчас это важнее, потому что душа это как такой имперсональный аспект. Ну я душа, значит, жизнь прекрасна, хороша, наслаждайся, не спеша. Все, все, хочу, что хочу, то и делаю, другими словами. Раз я душа, мне можно и курить, и пить, все. Ну, это же не я, это же это тело, и оно наслаждаться пусть. Ну все, я душа, все, я могу делать все, что хочу. Нет, потому что делая это, ты забываешь о том, что ты душа. Забываешь, и может тебе никто не напомнит. Тогда роди себе известный. А это самое главное, что вот этот момент смерти, момент перехода с одного тела в другое, можно воспользоваться этим моментом и уйти отсюда. Это лазейка, как выскользнуть из этого материального мира. Лазейка просто. То есть это тело инструмент, который нам дала материальная энергия для того, чтобы мы занимались самосознанием. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Читали, да? Слышали? Из них 8 миллионов это животные. Там 900 тысяч в воде, 1 100 тысяч это там пресмыкающиеся, всякие тараканы, насекомые, там столько-то, еще 1 000 000 там птицы, там еще там где, всякие рыбы, там потом эти теплокровные, все эти млекопитающие, все. В общем, 8 миллионов форм и 400 тысяч разумных форм. И из них самое первое или самое низшее – это человеческая форма. Почему она самая низшая? Потому что в ней все чувства, они сбалансированы. У нас какое-то чувство, если преобладает, человек сразу же. Все чувства героем. Все, он может слышать, нюхать что-то, знаете, нюхачи есть такие дегустаторы, блин, там, знаете. Человек по запаху может определить, что кто ел, там, кто чем занимался, или по вкусу он может определить то же самое. Или услышать что-то такое, что ни другие не слышат. Вот люди начинают. А на самом деле у человека все эти чувства сбалансированы, они уравновешены. Они предназначены для того, чтобы их задействовать. И это единственная форма жизни, которая позволяет заниматься самосознанием. Потому что все другие 399 999 жизней, эти формы жизни, это различные способности. Да, те же самые привидения. Кажется, мы говорим о привидении, это такая... А они и ситхами обладают. Для них не существует вот этих тонких вещей, они могут проходить сквозь там спокойно. Все. У них единственное грубого тела нет, но тонкое есть. Это тоже низшая форма жизни, но она уже в энергетическом смысле выше нас стоит. Возможность у нее больше. Но эти формы жизни предоставляют живому существу возможность отработать какую-то хорошую, плохую карму. Плохую карму отрабатываем 8 миллионов людей. Знаете, ад – это приспособление для того, чтобы сузить нас, ваше сознание. Чтобы мы из сознания человека не могли сразу попасть в форму жизни дерева, или собак, или кошки, или крысы.
чтобы это произошло, надо сузить наше сознание так, чтобы мы приняли духовку. Но мы сейчас видим, вот люди, которые опустились, живут как бомжи, вот, они уже готовы там, уже принять форму собаки, там семени, все, все уже есть. Просто можем видеть. Вот то же самое в Аду происходит. То есть их подготавливают к этой форме жизни. На райских планетах отрабатывают хорошие действия. А здесь зарабатывают. Или туда пойти, или туда. Это место пересылки, пересылочный пункт. То есть мы находимся в карантине. Кто знает, что такое карантин? Это место, где определяют вам, куда вы пойдете. Либо вы выздоровеете, подниметесь на райскую планету, либо вы это, помрете, или там будете там гнить там внизу. Все зависит от того, какое сознание, куда вложим свое сознание. И вот, чтобы правильно действовать в этом мире, Кришна, этот мир можно, ну, даже не можно, а нужно сравнивать с тюрьмой. Вот тюрьма. И вот мы попали в карантин в этой тюрьме. То есть нас либо из высшего яруса опрокинули в этот карантин, либо с низшего мы пришли яруса, чтобы попасть на высший. Попали в этот карантин, в это переходное место, где более-менее свободно. Внизу мы только страдаем, вверху мы больше, по большей мере наслаждаемся. И там мы не помним о Боге, и там мы не помним о Боге. Амнистия? Амнистия – это совсем другое. Не бывает здесь? Вот сейчас мы как раз подходим к этому. Амнистия. Амнистия – это как раз то, что очень редко случается. Один раз в день брак. Ну что, представьте, каждый день бы амнистия у нас была. 365 дней, каждый день амнистия. А у Брахмы каждый день амнистия. Каждый день у Брахмы есть амнистия. Но она не на его уровне амнистия происходит, а на вот этом уровне, на человеческом уровне. Чтобы вот эти живые существа, которые находятся в карантине, они могли получить эту возможность, убраться отсюда. Потому что ни внизу, ни вверху это практически невозможно, очень тяжело это осуществить. Единичные случаи, типа Бали Махараджа, Прохлада Махараджа, да, которые получили, хотя они находились как бы на низшем уровне, но на самом деле сознание было духовным. И на высшем уровне не так много личностей, которые попадают сразу в духовный мир. Обычно они все там постепенно. И большинство из них попадают в духовный мир вместе с тем, когда Брахма оставляет это тело. Они вместе с ним возвращаются в тело Махавишны, и там уже на Вайкунте попадают. Кто-то возвращается снова обратно сюда, потом, когда этот мир снова творится, кто-то там остается. Но чтобы сразу уйти, нет. И вот это единственное место, откуда можно сразу просто убраться. Просто уйти. Представляете? Тут люди живут каких-то 100 лет, и их не так много, это, этих людишек. Ну, что-то, кстати, говорят, 7 миллиардов. Но это немного. Это даже не составляет 1% от всех живых существ на Земле. Там может 1 миллион процентов. Потому что тех же тараканов, например, в этом доме больше, чем, наверное, население всей Земли. Ну, просто тараканы, мухи. А Прабхупада говорил, вот на кончике булавки этих микробов больше, чем вообще население планеты. Сколько их там? Я один раз зашел к врачу, и он на стене у него висел плакат. Плакат поставлен очень большой. Плакат. И там какой-то ужасный монстр, такие два с такими клещами, такими, ну, как из фильма ужасов. Я сказал, спасибо, что это такое? А такое это просто какой-то микроб. Под микроскопом увеличим, там 10 или 20 тысяч раз увеличим. И вот форма у него такая. Это не придумано, это не нарисовано, это просто фотография. У него клещи такие, знаете, морда такая страшная, ужасная. Наук двух нету, потому
Ужас. Мы живем с этим. Так, мы отошли от самого главного. Как же нам понять-то, что мы душа, что мы слуги? Почему Господь Чайтанья-то и сказал, что мы не просто душа, а мы слуги? Когда кто спросил? Киа. Рупа Госвами или Санатана Госвами? Санатана Госвами. Зажал травинку в зубах, пришел и сказал, Киа. Кто я? Люди говорят, что я великий человек, они прославляют меня, деньги дают мне, все. А я не знаю, кто я. И что ему Господь Чайтанья сказал? Ты слуга, слуги, слуги Господа. Слуга, слуги, слуги. То есть мы даже не служим напрямую Богу. Ну, слуги, 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 слуги. И вот когда мы это поймем, вот тогда начнется наш духовный прогресс по-настоящему. И вот чтобы понять, что мы слуги, нам надо принять духовного учителя. А чтобы принять духовного учителя, нам надо разочароваться в этом материальном мире и захотеть, искренне захотеть духовного совершенства. И нам вот повезло, мы вот сейчас пришли сюда для того, чтобы понять. Вот этот Бхагаватам, он предоставляет нам эту возможность понять, что мы слуги. Пример сегодняшний стих. Великий авторитет. Шрила Сута Госвами. Он рассказывает мудрецам Наймишаране. Хотя они намного старше его были. Но так как он получил благословение от самого Бога, они его посадили на Висасу и сказали, рассказывай. Потому что ты знаешь истину. И авторитетность не выражается в том, что человеку много лет. Или он долго находится в каком-то обществе. Он знает он о Боге или нет, о том предмете, который он преподает. Вот в чем секрет. Сута Госвами он является таким авторитетом, представителем Бога. И поэтому он на своем примере сразу же придется просто, естественно. Это для него естественно. Для нас это неестественно выражает кому-то подступ. Мы заставляем себя склониться. А может и стоит. Ум так нас... Согнуть ум надо. Тяжело. Особенно, когда на веса согнуться. Вообще тяжело. А тут Сута Госвами сразу же выражает почтение своему духовному учителю. Шукадеви Госвами. И эмоции перед ним. Исагдева, он испытывал чувства к своему сыну. Он хотел его научить всему. Но он ничего, он просто встал и ушел. И пошел, ничего не знает. И при том, Исагдеве пришлось потом целый план разработать, чтобы вернуть обратно. Это отдельная история. Наша с вами задача научиться. Вот научиться, как действовать как слуга. Не просто как душа, а как слуга. Мы последователи Господа Чайтанья. И мы слуги. Мы не рабы Божьи, а мы слуги Бога. Мы Его дети, о которых Он заботится. Если мы слуги, то мы должны служить. И наше служение начинается в чем? Утром встали, бухом Богу, и прочитали Паранаму Духовного Учителя. Харе Кришна повторили. Дело, по-моему, все эти ритуалы делают, но мы должны понимать, для чего мы это делаем. Если мы понимаем, то в нас естественным образом вот это просыпается, вот это осознание того, что мы служим. Мы понимаем, что мы таким образом служим. А если мы это делаем механически, просто как ритуал, ну, это очищает, конечно. Без сомнений очищает. То есть это зависит от уровня нашего сознания. Осознанность, она не сразу приходит. Это милость надо получить от Кришны, чтобы осознанно действовать, понимая, что ты делаешь. Большинство людей, подавляющее большинство людей, они неосознанно действуют. И когда в их жизни какая-то осознанность промелькивает, они этот момент жизни помнят всю жизнь.
можете вспомнить какие-то свои моменты, и вы поймете, что вы тогда осознанно действуете. Просто какие-то, не обязательно связанные с осознанием Кришны, просто какие-то жизненные моменты. И вы сразу поймете, что вы тогда в тот момент действовали осознанно. А осознанность – это гуна благости, это действие в настоящем. То есть, когда мы действуем осознанно, это мы действуем сейчас, прямо вот сейчас. Вот я рассказываю, и вот мы сейчас общаемся, сейчас, не в прошлом, не в будущем, а сейчас общаемся. Мы сейчас и меняем свою карму, меняем свое положение, меняем полностью. Соприкасаясь с Бхагаватом, мы меняем сейчас себя. Запрограммируем сейчас себя так, что даже если мы не сможем освободиться в этой жизни, то в следующей жизни вот это наша способность, вот мы пришли сюда и действуем сейчас настоящим, она проявится снова. И тело у нас будет другое, соответственно, так как мы имитировали это состояние действия настоящего. Пришли на Бхагаватам, поспали. Ну, так или иначе, что-то может услышали. В следующей жизни Кришна нам предоставит уже такое тело, чтобы мы могли уже слушать Бхагаватам. А может даже и осознанно слушать. Понимаете? Так что вот сейчас, вот, поздравляю вас, мы занимаемся тем, что мы меняем себя. Меняем. Прямо вот сейчас. Не надо куда-то бегать. Мы сейчас прямо зарабатываем себе лучшее будущее. И это на самом деле должно нас очень сильно вдохновлять. Ну, представляете, мы сейчас меняемся, сейчас, вот, прямо вот сейчас, не сходя с места, вот прямо просто слушая Бхагавату, мы меняемся. Как это происходит? Неизвестно. Нарада Муни говорит, это мистический процесс. Но это все по милости Кришны. Он доволен. Он самый главный слушатель Бхагавата, знаете? Он сидит здесь и слушает. Прямо здесь сейчас. Как сверхдуша. Он в сердце каждого. И он слушает. Как кала, как время, он пронизывает все. Мало того, все, кто слушает Бхагавата, на момент рассказа Бхагавата освобождаются от рождения и смерти. То есть вы, пока слушаете Бхагаватам, вы не умерете, просто не умрете. То есть надо непрерывно слушать. Да, непрерывно слушать. Есть же это. Это в Падмапуране же эта история с этим. Она рассказывается там, вот, про чтение Бхагавата. Что там были два брата. Один родился. Ну там запутанная история. Вот она с вами рассказывает, по-моему, это он в 2002-2003 году в Дивноморске рассказывал эту историю. Вот это Бхагавата, да, вот эту историю. Там просто люди, слушая Бхагавата, они очистились. А тот, кто рассказывал, он рассказывал Бхагавата для своего брата, который стал привидением после смерти. И он поселил его в эту бамбуковую палку. И он рассказывал 7 дней, и каждый день это одна бамбука состоит из таких секций. Это одна секция лопалась. И потом, когда Бхагавата он закончил, а слушали, он рассказывал для него на самом деле, но слушали его там вся деревня, которая была. И прилетел корабль с духовным миром, Виман. И вот эта личность, привидение, пешачий, он получил четырехрукую форму, вознесся и улетел. И сказал, ребят, а мы-то что делали? Мы же тоже слушали Бхагавата, почему за нами-то не прилетели? Извините, вы так слушали просто, видимо. Он внимательно слушал, осознанно слушал. Поэтому он получил то, что должен был получить. А
Они такие, все, давай по новой рассказывай. И он стал по новой рассказывать. И тогда сотни вимамов прилетели в конце Бхагавата. И все улетели. Они в первый раз очистились, слушая Бхагавата. А второй раз они уже осознанно слушали. Поэтому Бхагавата – это необычная вещь. Это не просто вещь даже, это сам Бог. И слушая его, мы меняемся прямо вот сейчас на глазах. Меняемся. Избавляемся от страданий этого материального мира. Рождение, смерти, старости, болезни. Сразу мы так просто слушаем, начиная слушать Бхагавата, Шримад Бхагавадгиту, Чайтанья Чаритамриту, мы сразу избавляемся от этого. Потому что сейчас никто из нас не думает о том, что его там ждет. И даже если пойдет что-то там будет делать, сам Кришна будет благоприятно все устраивать в этом мире. Для того, чтобы этот человек завтра пришел снова на Бхагавату. Он не даст вам миллион долларов, чтобы вы ушли от него. Он даст вам столько денег, сколько вам нужно на поддержание этого тела. Но чтобы вы пришли снова к нему, порадовали его своим появлением на Бхагавату. Потому что Господь, Он радуется, когда Он видит нас. Вот мы приходим в храм. Для чего мы приходим в храм? Для того, чтобы Господь увидел нас. Не для того, чтобы показаться Богу, вот я какой такой. А чтобы Он нас увидел. Это не мы приходим и смотрим на Бога, это Он на нас смотрит. Он на нас смотрит. Вот мы приходим. И для неофитов это важно, очень важно. Приходить в храм и кланяться. Слушать, что там поют, читают. Это для неофита очень важно. Просто необходимо для него. Потому что так он очищает свое сознание. Присоединяет на какое-то время свое сознание к этой трансцендентности. И вот мы сейчас присоединились к этой трансцендентности. Если мы зарядились этой трансцендентностью, Шримад Бхагаватам, и потом в течение дня мы хотя бы раз вспомнили об этом, это будет совсем другое. У вас будет другое впечатление. Вы можете просто на примере сегодняшнего дня, вот до завтрашнего Бхагавата, если тут завтра вот Бхагавата, ну, завтра можете прийти снова на Бхагавата и вспомнить сразу же, что Бхагавата – это необычная вещь. Вы можете проанализировать вот этот сегодняшний день завтра. А что я так? Как я там действую? Вспомнил ли я Бхагавата? Если я вспомнил, то как потом, после этого воспоминания, моя жизнь поменялась? Как мы начинаем соприкасаться с Богом? Потихонечку, потихонечку. Потом мы начнем выражать почтение уже старше. Это не сразу придет. Сута Госвами, он выражает естественное почтение, потому что он воспитан в этой системе. С самого детства, с молоком матери. У нас этого нет. Нам до этого просто дойти надо. А что уж говорить, что для осознания каких-то трансцендентных предметов. Но самое, что интересно, просто повторяю, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Мы можем быстро, очень быстро за одну жизнь научиться всему тому, чему вот люди в нашей Варнашраме многие жизни пришли. Ну, я не больше не буду задерживать вашего внимания. Может, какие-то есть вопросы, кто-то что-то не понял. Давайте. А вот я забыла, а Шукадева Госвами, по-моему, от кого слышала? Шукадева? И когда он успел? Он, на самом деле, там, если ты рассказываешь это, он, на самом деле, услышал от Шивы. Он попугай был, в Кришна-лиле. Он попугай. Шука, Шука. Его Кришна послал, сказал, ты должен остаться и оставить здесь. Я на тебе не убью. Не концовый. То есть не отвязывал? Нет, он потом от леса делал. А когда он уже в утробе все время находился? Ну, он ему рассказывал. А потом он его заманил обратно к леса делал. Он рассказал ему Шримад Бхагаватам. Помнишь? Все-таки он вернулся. Конечно. Чем отличаться слушанием лекции Бхагаватам вживую и вот в записи? Ну, если у нас есть связь с этой личностью, которую мы слушаем, то есть мы представляем, кто он такой, что он такой,
то мы можем получить тоже благо, что их слушаем непосредственно. Но если у нас нет связи, то мы получим только информацию. Только информацию. Мы эмоции не получим. А в Бхагаватам в отношении главная эмоция, не информация. То есть вот мы живем, у нас есть близкие, родные, и там информация не играет первостепенную роль. Там играют отношения. Вот эти эмоции играют важную роль. На самом деле всегда важную роль. Потому что в духовном мире знание второстепенное. Там эмоции первичные. Поэтому общение – это важнее. Живое общение. Живое общение. Оно важнее. Там мы можем подчеркнуть много информации полезной, но вот именно вот эту, что-то, вот этот вкус, вот эти отношения, эмоцию мы можем только лично получить. И еще перед этим стихом можно вопрос задать искренне. Да, задать. Одно из самых главных. Ну что-то еще кто-то что-то не понял, может прояснить, да? Я хотел еще прояснить насчет нашего кармы, потому что, читая Бхагавата, очень почти регулярно натыкаешься, потому что Прабхупада говорит о важности вот этого нашего, ну, в нашем смысле. Ну, это важно. И как нам это правильно понимать, что это такое, как к ней подойти, как ее проявить. Здесь и сейчас, не потом, когда-то где-то построить на земле. Для нас Варнашрама Дхарма это вот как раз следование вот этим принципам четырем. Повторение мантры и пытаться изменить вот себя. Чтобы прийти естественно к тому, чтобы просто выражать зачтение других. Вот это для нас Варнашрама. Мы не можем сейчас перенести просто ту Варнашраму сейчас, она не получится. Сейчас совсем другое время и другие люди, другое сознание. Не получится. Даже если вы насаждать будете, все равно это будет отторгаться. Поэтому нам надо самим поменяться. И вот когда мы сами поменяемся, тогда люди, смотря на нас, они тоже будут меняться. И тогда мы сможем что-то сделать наподобие Варнашрамы. Хотя такой Варнашрамы, как была, не будет просто. Просто уже не будет. Она невозможна сейчас в этот век. Вот дай его нашему, как Прабхупада говорит. То есть все будут преданы, но каждый будет занимать свою нишу. Просто у него качества такие от природы. Он может просто подметать улицу, но он будет величайшим преданным. То есть это никак не влияет на стимула преданности. Подметание улицы и служение Богу. Но преданность не влияет. Поэтому другая ситуация. Нам главное попытаться себя очистить себя, чтобы примером для других стать. А чтобы это быстро произошло, нам нужно общение, правильно. Общение. И деятельность. Деятельность, активная деятельность, она занимает нас. Потому что бездействовать невозможно в этом мире. Кришна говорит, Бхагавад Гита, ответил, бездействие невозможно. То есть ты все равно будешь действовать. Если ты не занимаешься духовной деятельностью, ты можешь материальной деятельностью. Если мы активно материальной деятельностью занимаемся, то мы должны построить так, чтобы в нашей жизни вкрапливалась духовная деятельность. Если мы активно духовной деятельностью занимаемся, то мы, естественно, образом будем больше получать милости. Да. Сейчас существует идея, что вот эти брахманические стандарты, которые нам Прабхупада дал, то есть, ну, 16 кругов, 4 принципа, они как бы не для всех исконны. Это как, ну, с точки зрения вам нашему. Типа есть шудры, они не могут 16 кругов повторять. Есть. Ну, это личности, которые вот как раз и не хотят этого делать. Это называется философия оправдания. Оправдывать свои неспособности, свою неспособность следовать. Вот и все. Это просто использование философии для того, чтобы оправдать себя. Ну, тут ничего нет. Ничего нечего больше сказать. Да, да. Просто люди оправдываются.
что-то кто-то еще хочет. Да. Вот в стихе говорится, чтобы стать браманом, изучать священное писание, потом стать вайшнавом, должны быть очистительные обряды. Что для нас вот в наше время здесь является очистительными обрядами этими? Вы сами подумайте. Я хочу от вас услышать. Кроме Харе Кришна никаких очистительных обрядов вообще. Мадхаваачарья, основатель нашей сампрадаи, он вообще сказал, что все ритуалы работают только в присутствии, когда Харе Кришна повторяется. То есть все работает только когда Харе Кришна повторяется. Все начинает. Яги начинают работать, все какие-то ритуалы очистительные. Они работали в предыдущую эпоху, но сейчас они не работают. И сейчас, когда мы только повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», тогда начинает все работать. Яги совершаются, и тогда это начинает осуществляться. И каждый день, совершая эту яги, мы таким образом очищаем себя. И любые ритуалы, какие бы нам там предлагали, там, вот там надо ребеночка, там все, там первое, там это, зерновые, да, это благоприятно, если это при этом человек в сознании Кришны находится, повторяет сам Харе Кришну, то есть он пытается этому ребенку дать сознание Кришны, тогда это все нормально. А если это просто для галочки, как многие индусы приходят к вам, чтобы просто отметиться, там, пожертвовать, это тоже хорошо, это тоже очищение, когда люди не придут и к этому. Так или иначе, это не цель вообще. Просто превратиться в смарт-браму. Делать все по букве закона. Нет, это не наша цель. Наша цель, повторяя Харе Кришну, вернуться к духовному миру. Все. Если мы помним об этой цели, тогда мы достигнем ее. А если мы не помним или забыли о ней, то нам нужно найти людей, которые помнят о ней, и связаться с ними. Потому что они помнят об этом. Пока мы не помним сами, нам нужно вот эти постоянные ритуалы совершать. Утреннее омовение, там, чтение джапы, поклонение божествам. Поклонение божествам очень важно. Чтение Шримад-Бхагаватам, это вообще квинтэссенция. То есть квинтэссенция утренней программы, это заканчивается Шримад-Бхагаватам. То есть Бхагавата – это квинтэссенция. То есть все мы делаем, все с утра, от подъема до Бхагавата, это подводит нас правильном сознании слушать Бхагавату. А когда мы правильно послушали Бхагавату, целый день наш будет правильно быстро. Понимаете? И все это очень взаимосвязано. И вы, если вы просто вот, сядете спокойно и отмотаете свою пленочку назад, своих нескольких дней, месяцев, год, годов, когда вы в сознании Кришны, и как вы действовали, то вы поймете, как он работает, этот Бхагавату. Как вот эта программа, она помогает вам в жизни. И это будет ваша реализация конкретно. Не надо никуда ходить, никого, ничего выпрашивать. У вас есть конкретная реализация того, как вы прогрессируете в духовной жизни. Вы будете видеть, и тогда вы, если вы видите, будете это, то вы сможете поделиться этим с другим. С другими людьми поделиться не будет. Вот в чем вопрос. Что-то может еще кто-то? Вот не по теме. Прабхупада, когда четыре верующих принципов рассказывают, он все время говорит, что четвертый принцип там о взаимоотношениях, и что надо зачинать сознающих Кришну детей. Вот что означает это правда? Что прямо сразу приходят какие-то возвышенные личности и становятся сознающими Кришну? Или как? Мы должны понять, что это то, чем мы занимаемся. Это наука. И здесь все очень педантично, все правильно. Вот в научной сфере вы изучали, например, химию, физику. И там есть определенные процессы. Как из этого в это переходит. Вот это качество переходит в это качество. Возьмите любую логику, возьмите математику, возьмите физику, химию, возьмите любую науку, возьмите, там все очень строго. И здесь точно так же. И если мы хотим хорошего ребенка, то мы начинаем думать сначала об этом. Думать. Таким образом мы призываем эту душу к
себе. Как мы ее призываем? Мы повторяем Харе Кришна, мы молим об этом Господу. И, соответственно, мы совершаем определенные действия очистительные, чтобы пришла такая душа. И тогда вот в чем Прабхупада говорит. Почему у меня этот вопрос? Вчера я в лекцию слышала, что чем выше квалификация человека, тем сложнее ему приходит душа. Потому что даже в школе вот стоит ученик там плохой, его очень квалифицированно. Учитель представляет, что он его вытянул. Вот. И как бы у меня вот это вот не связалось. То, что для этого, то, что тут говорят, что чем более квалифицированная личность, тем ему Господь может послать очень сложный вариант. Чтобы он его вытянул. Это зависит от нашей искренности. Кирани Кашипу. Ну, мы с потерянной точки зрения не найдем ни одного материалиста подобного ему. Сам Брахма, который давал ему благословение, сказал, что ни до тебя, ни после тебя никого не будет равно. Но сын у него чистый преданный. То есть тут наоборот произошло? Да. Ну, в Ясадеве то же самое. Сын просто встал и ушел. Папа ему готов был все дать, все виды, все дать. Но он встал и ушел. Ему пришлось целую стратегию военную сделать, чтобы его обратно затащить. Чтобы он получил Шримад-Бхагаватам, а потом его передал дальше. Потому что он знал, что он должен делать, какая миссия у его сына. Он знал, что он сам будет. Я не помню, кто-то из мудрецов сказал, вы сейчас, наверное, поможете мне. Он говорит, если бы я знал точно, что будут приходить вайшнавы, я бы начинал детей до бесконечности. Нет, у меня это вопрос другой. Я не знаю, например, в возвышенной личности пришла какая-то низкая личность, чтобы он его вытянул из этого состояния, как было сказано. Вот такого примера я не слышала. Обычно наоборот. Понимаете, у нас есть свое представление о возвышенности. Ну, квалификация там была сказана. И у нас есть свое представление о квалификации. Вот. Поэтому пока мы не достигнем того уровня, чтобы понимать других, а мы можем понимать других только находясь с ними на одном уровне или выше, мы не сможем судить человека. Правильно. То есть мы не можем оценить человека, просто взглянув на него. У нас нету такой квалификации сейчас. Ну просто нет. Если бы у нас были бы такие качества, как у Прабхупады, он видел, кто чем занимается. Ему один маленький мальчик просто протянул печенюшку, ну там, Прабхупада раздавал, и мальчишка ему обратно, а тот ему раз так взял у судьи 5 баксов и дал ему, и тот миллионером стал. Он миллионером стал, понимаешь? Прабхупада он видел, мы не видим с вами. И нам не надо судить о людях просто о своем мнении. Потому что это, как правило, это мнение от ума. Не от параматмы, не от наших чистых побуждений, а от ума просто. Кстати, печенюшка. Печенюшка. Да, знаете. Это кадышный или нет? Да, кадышный. Кадышный. А сегодня надо прерывать то, вообще на самом деле. Ну, прервем. А не могли бы вы как раз рассказать, какое служение вы выполняли в своей подготовке? Ну, вообще там происходит. Ну, если вы хотите подробнее, зайдите на YouTube, и там Харинама Ятра. Не Тай Гуланда. Да. Харинама Ятра, не Тай Гуланда, английский. Наберите букву. И там посмотрите. И там пишу, танцую, пою, конечно. Вот чем я занимаюсь. Вижу. Ну, по всему миру. В данный момент 1.5 года мы были в Европе. Это Польша, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания. Вот эти страны. Большую часть этих стран. Мы были во Франции.
храм слушает. Ну, так или иначе, вот. Там на законных основаниях все делается. Ну, большая часть туда. Вот это моя деятельность. Я посвятил, ну, так громко сказать, свою жизнь, но какую-то часть своей жизни вот этой миссии. Хотя я сейчас, ну, как бы, женатый человек, жена, мы вместе ездим, и это нас не поддерживает никак. То есть то, что мы там делаем, с материальной точки нам не приносит никакого дохода вообще. Но мы ездим так или иначе, продолжаем. Вот так. Вот это. А то, что в материальном мире я ничего как бы не занимаюсь. Какой-то такой бизнес, чтобы зарабатывать деньги, все. Ездим, поем, читаем бабу, то есть постоянные книжки. Все. Все вот это. Как-то существует. Вот так. Вкратце. То, чем я занимаюсь. Но это на самом деле очень сложно. Вам проще здесь. У вас есть какое-то прибежище, вы можете тут как бы отношения какие-то не сложились, вы можете прийти там и дома там набирать. И неделю не ходить не понимаете. Не может. Тут общество, социум, тут постоянно на острие. То есть на самом пике, на острие от этой стрелы, которую вас почитали. Ты находишься на этом. Это очень тяжело. С внешней точки зрения это выглядит очень привлекательно. Очень привлекательно. Человек поет, танцует, кушает просад, очень много ездит по миру, общается с преданными, с возвышенными. Но это на самом деле, я вам скажу, очень тяжело и очень серьезно. Это накладывает очень большую ответственность за то, что вот я, например, с вами общаюсь. С меня спросят во много раз больше, чем с вас. Я очень много раз убеждался, когда я давал какую-то лекцию, давал, ну, какие-то наставления, которые еще сам не реализовал, мне потом Кришна так... Я так... О, как это больно! А вот так вот сразу, потому что ты назвался грузином, но полезай в кузовом, следуй тому, что ты говоришь. Это, на самом деле это очень сложно. За свои слова приходится отвечать. Так что... Это обратная сторона медали того, что вот так как кажется, вы хорошо там живете, там ездите, но обратная сторона всегда есть, и она не очень как бы лицеприятна на самом деле. В этом отношении вы более выгодном отношении к положению находитесь. Вы можете постепенно это все осуществлять, не перепрыгивая свои естественные какие-то желания, а нам приходится просто отказываться. Просто приходится заниматься. Даже если ты хочешь сексом позаниматься, ты не сможешь этим заниматься. Просто не сможешь в этом месте. Ну, я просто откровенно так говорю. Просто не сможешь. Потому что нет ни обстоятельств, ни ситуации, ничего нет. Даже если у тебя очень сильное желание. Приходится все равно отказываться. Ну, это просто такой грубый, но яркий пример, чтобы до вас сразу так самскара пришла. Это так же от любого другого. Это подразумевает, что ты должен быть как минимум на уровне долга, осознанности. То есть ты должен понимать, что ты делаешь. Если ты неосознанно делаешь, ты быстро разочаруешься, очень быстро. Месяц, два, все. Вылетишь пули оттуда. Просто ты не сможешь там находиться. Просто не сможешь. Реально, полтора года это тяжело. Я приехал, я два месяца просто, я первую неделю просто спал. Просто тело не может такое выдержать, понимаете? Просто спал. Я отсыпался по 10-12 часов. Я просто не мог ничего сделать. Тело, оно требуется. Понимаете, гуны, которые в этом сочетании, они не предназначены для этого. Я понимаю, у Шукадевы Госвами тело, а он трансценденталист, он уже просто получил тело, которое способно к этой науке. Но у нас нет этих тел, поэтому нам тяжело. То, что осуществляет. Поэтому Прабхупада говорил, надо баланс делать. Надо полгода проповедуешь, полгода в дхаме находишься, заряжаясь этой энергией духовной. А так как я не ездил вот эти за полтора года, я был
2016 году на Гуру Пурнима. И приехал, вот я и не был еще ни разу ни на этой Гуру Пурнима, ни на Картике не был, хотя хотел встретиться с него. Все, сейчас я приехал сюда. Вот. Я вот так вот заряжаюсь. Вот, вот когда отдохну, вот я могу что-то вот дать другим. Вот реально. Вот когда ты сам зарядился чем-то, тогда ты можешь отдать. А реализация-то есть, потому что эта деятельность, она напрасно не проходит. Есть реализация, есть чем поделиться, но надо сначала отдохнуть. Реально просто. Просто расслабиться и все. Потому что машина, она не может работать с постоянным режимом. Знаете, что она ломается. Тут то же самое. Но когда ты отдохнул, ты можешь снова продолжать. Да. У нас, может, это личностный вопрос. Ну вот, ты нам просто говорил. Здесь в Перми не получалось, чтобы тебе книги распространять, да? А там вот будете нормально подаяться. Там так же не получается. То есть это не мое. То есть, ну я распространяю там, потому что это надо делать. Но это не приносит мне никакого дохода. Что здесь не приносило, что там. То есть, ну реально, это. Ну, Тачарь выходит, он там распространяет, его это поддерживает. Меня это не поддерживает. Я даже не знаю, что меня не поддерживает, реально. Я не знаю, откуда деньги. Я не знаю, откуда эти деньги приходят. Ну, это просто я по себе. Ну, посылаю. Я не могу, я могу фантазировать на эти темы, но реально я не знаю. Это какой-то реальный мистический процесс. У меня сейчас ни копейки денег, я сижу здесь, рассказываю вам. Все. Ну, так вот реально, вот я просто не знаю. У меня куча проблем своих материальных. Как их решать, я тоже не знаю. Я обращаюсь к Кришне, молюсь. Как это произойдет, это я тоже не знаю. Но я-то сейчас не за этим пришел, чтобы делиться своим материальным. Я-то хочу поделиться духовными реализациями. То есть то, что вот я получил в результате вот этой практики, я пытаюсь вам отдать. А если Кришна будет доволен, он мне даст то, что мне нужно. Я на этом не делаю. Ну что ж, Гран Тарас Шима Бхагаватам Ки. А завтра вы придете на Бхагаватам, попробуйте просто вот проанализировать, как этот Бхагаватам в вашей день, и вы получите вот реальную реализацию. Давайте предложим.